Ресурсный центр молодежных инициатив открылся сегодня у Гомеля. И он станет местом поддержки и реализации пропонованных подлетками проектов, а так само встреч с представниками органов улады. Центр открытый в рамках сотрудничества Министерства эдукации Беларуси и представительства Дитячего фонда Организации Объединенных Наций. На протягу 10 годов наша страна принимает удел в реализации инициативы ЮНИСЕФ «Город, дружелюбный детям и подлеткам». За этот час такие статус отримали 25 городов Украины. Сярод их Гомель, Добруш и Мазыр. Головная задача центра – поддержка молодежных инициатив и притягнение их до удела в мясовом самокировании. Что тычется представительства Дитячего фонда ААН, тут мають намер оказывать усебаковую поддержку, накированную на развитие потенциалу неполнолетних. Навыки предпринимательства, коммуникационные, проектирование, языковые. Вот это мы просто добавим тот существующие услуги, которые есть.